здесь теснее, чем я думала. Погоди, хочешь сказать, что раньше никогда не застревала в вентиляции? Разве это не обычное дело для воришек? Ну, я же не на постоянке таким занимаюсь. И вообще, это был твой план. Да я просто вкинула идейку. Ты сама согласилась так быстро, так что мне показалось, что ты против. Не то чтобы у меня был выбор. Слушай, я не могла просто отпустить тебя. Когда преступник крадет секретное оружие, мы не делаем исключений, включая тебя. Преступник? Серьезно? Конечно, оружию куда лучше быть у богатенького психопата. Ага, ведь психопат узнал об этом оружии из-за того, что кое-кто использовал его на автомате с едой. А как еще мне было проверить, работает ли эта штука? Слушай, если получится его вернуть, то верхушка разрешит разочек его использовать. Стоит быть благодарной. Да они просто понимают, что иначе я его все равно украду. Да, ты хороша, и они это признают. Выход справа от тебя. Кстати, не забудь про маскировку. Продержится не очень долго, но этого времени должно хватить. Не привлекай внимания. И да, не забудь, пожалуйста. Убийства тоже запрещены. Куча правил, скукотища. Да-да. Убьешь кого-нибудь, и мы снова тебя закроем. Ладно, поняла я. Крыси дьявол. Проникновение в лабораторию 6. Да, охрана тут получше, чем написано в ваших отчетах. Да, у них все схвачено. Можешь убраться оттуда незамеченной? Думаю, да. Что? Ави, ты вообще нормальная? А, у меня есть одна идея. Служба безопасности почти здесь. Ладно, давай-ка посмотрим, что у них тут. Ого, всегда о таком мечтала. Что? Ты что там делаешь? Да так, пытаюсь выжить. Ты не можешь просто так играть в байк. Оки, Табс, я краду его в подарок тебе. Что? Ави? Ави? Вот дерьмо. Ну, я же цела. Ты бы знала, как я тебя ненавижу. Брось, ты уверена, у них есть страховка. Дело не в этом. О, ну надо же, вороньи клинки на хвосте. Может быть, они заметили, что ты украла байк? Или они обратили внимание на взрыв, как думаешь? Окей, в следующий раз попутку поймаю. Может, побыстрее поедем? Пароль неверный. В доступе отказано. Для вашей безопасности установлен режим ограничения скорости. К тоннелю. В нем наша связь прервется до тех пор, пока ты не выйдешь. Давай же. Ави, ты слышишь меня? Пока ты находишься в тоннеле, будешь сама по себе. Поняла. Я буду в порядке, Дабс. Будь осторожнее. Почему? Всего-то один парень гонится. Нет, Ави, это Стрэндж. Он лидер клинков. Мы за ним гоняемся годами. Тебе одной с ним не справиться. Ну, понадеюсь на удачу. Ави, нет! Слишком легко. Ah!
арестованы. Оставайтесь на месте и бросьте оружие. О, Тапс! У меня выбора не было. Но это не мы. Это он.